Здравствуйте, уважаемые товарищи, друзья! На днях у нас прошли выборы в городскую думу города Ноябрьска и до выборы в Тюменскую областную думу. Комитет Ноябрьского городского отделения КПРФ выражает благодарность всем нашим избирателям, кто проголосовал за кандидатов от коммунистической партии и верил в нашу победу. От КПРФ избрали и пропустили в Думу города Ноябрьска одного кандидата. Это Голубеву Анну Владимировну. От имени Комитета Ноябрьского городского отделения Коммунистической партии Российской Федерации я ее поздравляю. И думаю, что она будет работать в интересах народа. Остальных наших кандидатов, которых избрал народ, это Мусалова Романа Юрьевича, Шейх Магомедова Магомеда Хадисовича, Михаила Артамонова и меня, Рамазанова Ефрата, не пропустили. Вот. Легитимность данных выборов, конечно же, я и вот эти кандидаты, которых не пропустили, мы не признаем. Причина, первая причина, это трехдневное голосование. Вот в этот раз мы никого не поймали за фальсификацией. Трехдневное голосование, это первая причина. Что касается трехдневного голосования, то нет никаких гарантий, что выбор избирателя не сфальсифицирован. Доступа к видео онлайну ни у кого нет. Ни у кандидатов, ни у наблюдателей, ни у избирателей. И поэтому трехдневное голосование категорически не признаю. Требую отменить. Требуем отменить. Потому что с помощью трехдневного голосования у них больше возможностей для фальсификации выборов. Пример тому 2021 год, когда я застал председателя УИК номер 704 города Ноябрьска после закрытия участковой избирательной комиссии за фальсификацией выборов. И обнаружили 3 сейф-пакета с бюллетенями, скрытые, и несколько сотен лишних бюллетеней. И еще есть такие моменты, когда работодатели бюджетных организаций принуждают своих работников участвовать в выборах. Это вообще противоречит нашей действующей конституции. Еще у нас по инсайдерской информации лотерея организовывается для контроля за работниками, проголосовал он или не проголосовал, чтобы отследить каждого работника, участвовал в выборах или нет. Поэтому легитимность выборов мы не признаем. Будем дальше работать во благо трудового народа, за честные выборы, за социализм, за социальную справедливость, за КПРФ.